Здравствуйте, граждане! Предлагаю вам посетить сервер ОМС, Объединенного Мапперского Содружества. В нем проходят военно-политические игры, в которых можно создать и управлять своей страной, а также различного рода конкурсы. Также на нашем сервере у каждого есть возможность создать свою газету любого толка и освещать в них разного рода темы. Ждем вас. Ссылка в описании. Рекомендую. Всем привет! Я Эмбра, наша компания продолжается уже за Российскую империю. Продолжаем мы также махаться против Тройственного Союза, в который ранее входила Российская империя, до того, как мы ее переделали. Так вот, сейчас насчет Польско-Литовской унии. В комментариях сказали, что ее трогать не надо, захватывать мы ее не будем. Но второй вариант никто, по сути, не предложил. А как тогда мне захватить британцев-то, если не захватывать Польско-Литовскую унию? Что мне делать с британцами? А мне нужно как-то избавиться от их флота. Нашим флотом сделать это не получится, у нас тут всего лишь 110 кораблей. Отсюда вытащу там, вытащишь, эти пропустят, конечно. Скорее всего, нет. Подводных лодок пролезут подводные лодки. И все. А не сможем взять и уничтожить такое число кораблей нашими кораблями, даже если буду сидеть сейчас годами их делать. Вариант с авиацией. Он тоже отпадает, потому что, ну, мы же не можем застраивать Польско-Литовскую унию авиабазами. Да и, в принципе, мы не можем сюда свой самолет поставить. Вот в чем прикол. И как-то запросить доступ тоже нельзя. У нас ближайшие авиабазы располагаются вот здесь. Ну и дальность, сами понимаете, никакущая. Даже если прокачать. Хотя... У истребителей дальности здесь может позволить 1317, 1200 здесь, а если дальность прям подниму, 1800, да не, фигня, не достанем. Нормально, не покроем мы это. И морские бомберы, они же вроде как еще короче в этом плане. Вот в чем прикол. Так что не. А, ладно, давайте пока разберемся с Италией. Здесь... Ну, в общем, нифига не получается, поэтому просто стоим. Да, мне не получается здесь пробиться. Поэтому я что начал делать? Авиацию сюда перевел, начал строить авиабазы в Венгрии. Поставлю сюда авиацию нашу. У нас пока только истребители производятся, но я сейчас уже штурмовики поставлю, когда вот этот через 38 дней у нас изучится. Я сразу второй начну производить, потом уже третий. Вот, и отсюда, пускай они сейчас будут заниматься альпийским регионом, ну, с помощью авиации нашей мы здесь спокойно пробьемся и захватим Италию. И в комментариях все же были некоторые идеи, как нам все-таки справиться с британцами. Нам нужно получить авиабаз. Воюем мы здесь против Норвегии. Нам нужно сделать в нее высадку. Сделать отсюда сюда не вариант, потому что, ну, здесь британский это флот. Нужно делать высадку вот так. Взять, захватить Финляндию, Швецию и потом пойти на Норвегию не вариант, потому что мы марионетка и фабриковать претензии мы не можем. Поэтому только высадка по северу, вот сюда. Забрав себе Норвегию, мы сможем построить здесь, ну, две авиабазы под десяточки, 2000 самолетов. Ну, что-то да у нас да получится, чтобы потом вот так вот сюда высадку сделать уже по чистому морю. В принципе, да. В принципе, получится. Но еще вариант есть все-таки захватить Финляндию и Швецию, когда мы станем независимы. Нужно всего лишь 66 очков, чтобы получить независимость. Но я буду пытаться реализовать оба варианта, и высадкой, и захват Финляндии и Швеции. Потому что мало ли, что вдруг тут что-то не выйдет, а так у нас в запасе два варианта будет. А, ну еще высадку сделать сначала в Америку, потом из Америки в Британию, но наши корабли не достают до Америки. Тут по дальности все очень плохо, я проверял и те, и вот эти тут, ну вот. До Аляски дотянемся вот сюда вот. Ну, сами понимаете, вот так вот телепаться, это очень-очень долго. Хотя, как вариант, еще один будем иметь в виду. Я сейчас буду изучать еще эти вот подводные лодки, может быть, пускай будут. Дальность вот 6, он точно достанет до Америки. Если что, я сделаю подводные лодки и пустим сюда в Америку. Сюда, кстати, он, британцы, походу, делают высадки. Он коммунист во Франции, бегайся, в Тройственном Союзе. Так, ладно. Здесь у меня пробиваться получается, потому что авиация здесь уже размещена. Единственное, что штурмовиков у нас не хватает. А, подожди, они еще не развернулись. Не обратил внимания. Давай. Развернулись и... А, и все равно не хватает. Да. Ладно. Ну, здесь есть. Тут маловато, конечно. Но это все равно работает. У нас получилось пробиться. Штурмовики давайте вот так вот сделаем. А то у нас 2000 истребителей. Штурмовики давайте прокачаем. Алюминия. Ну, давайте закупим у Японии. Вот так. Есть. Доктрина. Подводные лодки. И еще новые дивизии 12-24. 12 я хочу сюда вот сейчас поставить. А проблема в том, что у нас всего лишь 56 дивизий. А у Польско-Литовской унии, например, под 300. Вот. А то есть даже захват, если был бы, то не так быстро. А насчет высадки. 10 дивизий здесь готовится. У нас просто 10 максимум влазит. Через 2 месяца только сможем больше поставить. Ну, десяточки пока что хватит. Здесь у Норвегии дивизий мало. Но британцы. Тут британцы, скорее всего, стоят. Ну, мы пощупаем десяточкой, пускай. Высадка будет готова. Ну, пока еще не совсем уж и скоро. Но эти 12 дивизий я сейчас все же подведу. А... Здесь их заспавним. Давай, хуба. Сразу истощаться, да? Ладно, давай вас в Питер отведу. А то пойти. Эти пока просто здесь находятся, не буду их развертывать. А вот здесь можно пробовать сделать как-то котел. А ну, подожди. Турин взять. О, нет, мы его не возьмем. А если пробьемся здесь,
тяжело. Ну, тут мало дивизий, так мы, конечно, истощаемся. Это тоже дает о себе знать. Да, блин. Если где-то здесь попробовать... Ну, нет. Блин, фигово. Ладно, хотя бы их отсюда выбили, уже хорошо. Давайте сейчас попробуем нажать автоплан, посмотрим, что из этого выйдет. Колбочки зеленые есть. О, пробились. А тут, я смотрю, у них и железнодорожное орудие есть у Польши, а я свои не делал вообще. Слушай, пробиваемся. Автопланим просто. Хорошо. Так. По поводу штурмовиков мы здесь немножко исправляем ситуацию. Я бы даже бы сделал вот так, на самом деле. Вот, потому что, ну, зачем нам здесь военные заводы? Вот так вот сделаем. И, конечно... А, да, алюминий. Ясно. Возвращаем, ну, часть хотя бы. Мы можем увеличить уровень нашей автономии. Получаем мы... Есть. Независимость. Теперь мы свободное государство. Мы не можем объявлять войну Марине, так что... Эй, мы свободное государство, вообще-то. Австралия там... О, капитулируют, японцы молодцы. О, все, можно там подождать, нужно всего лишь. Карелия, 25 дней. Может, и правда без выставки мы это захватим? Ну, ладно, пускай это стоит здесь. Пускай. А вот это уже 24-ку. Сейчас я поставлю вот сюда вот махаться с Финляндией. Не буду отменять выставку, пускай она там стоит. Мало ли что. Нужно все варианты рассматривать. Подходи. Только вопрос, ты здесь истощаться будешь? Ну, лучше, конечно, здесь построить узел снабжения, на самом деле. Ну, давайте так сделаем. Построить, конечно, не успеем, поэтому, наверное, будем махаться так. Сейчас посмотрим, насколько мы сильно будем истощаться. Так, тебя в эксперт по пехоте мы качаем. Истощение все-таки, блин, тут есть. Хотя, может быть, оно нам не сильно так и помешает. 12 вот этих вот дивизий тоже сейчас я размещу сюда. Давайте. Возможно, не сильно оно нам помешает. О, кстати, смотрите, японцы подходят сюда, да? Или куда? Постоять просто в Архангельске. Ну ладно, постойте. О, подожди, тут же мы автопланим, я уже и забыл про Италию. Рим мы взяли, авиацию я сюда даже не ставил. Поставим. О, поближе подвези. О, есть. Тащим, тащим. Супер. Так, только мы так, конечно, странный фронт заняли, странная позиция. Посмотрите просто. Растянулись по вертикали. Может, как-то их стоит перерезать, и вообще бы котлы получили бы, на самом деле. Давай, есть, прошли. А теперь взять бы где-нибудь морскую базу пробить. Или хотя бы сюда. О, есть. Котел, минус 10 дивизий. Великолепно. Кстати, я наши войска, вот эти вот, их улучшил, добавил сюда вот моторизированную разведку, там в комментариях сказали, я такой, блин, точно, реально. Она получше, в плане разведки на 0.5, и по прорыву, защите, так что да, чё бы нет, у нас много машинок, можно поставить, и нефть у нас есть. О, Турция, ты, конечно, даёшь. Отвлекаемся на эту Грецию, а? Берём, отвлекаемся. Так, как мы здесь? Ну, мы не сильно сильно истощаемся, скоро здесь организация опустится. Ну ладно, на Карелии у нас повод повоевать уже есть, и сюда вот где-нибудь авиацию разместить. 1000, о, сюда сейчас поставлю, и нападаю я на эту Финляндию. Во, вот столько пойдет, штурмовиков, конечно, не хватает. Ну ладно, что есть, то есть. Во, так, теперь давайте будем быстрее налетать. Я здесь гарантии смотрю, а Италия, так с ней махаемся, с британцами махаемся, Сербия. Ё-моё. А вот Сербия, это уже прикольдес. Ну смотрите, на самом деле, с учетом того, что мы разобрались уже с Италией, мы сможем помахаться и с Сербией. Фронт здесь хороший. Единственное, что война будет резкой, поэтому наши здесь союзнички не сразу успеют подойти. Поэтому нам желательно, конечно, быстрее добить эту Италию, получить границу вот эту вот, и здесь уже сразу пойти атаковать. А давайте сейчас пробуем быстрее эту Италию добить. Вот тут Польше помочь надо. Тут скорее двигаемся, желательно не прекращать атаку. А, все, закончили. А здесь не прекращаем, потому что не пробьемся, если они здесь укрепятся за проливом. Непонятно, укрепились они или нет, но походу укрепились. Ладно, так, одну армию, вот эту вот, я ставлю вот сюда. Погнал, давай. Все, есть. Захватывать будем с Западом и эту Югославию развалившуюся, а вот Восток пускай будет за союзниками. Самое главное, что вот эти территории, которые мы здесь вон так вот прекрасно захватываем, они отходят Польско-Литовской унии. И попросить что-нибудь себе мы не можем, потому что мы не в альянсе. И, блин, а ну ты не хочешь как-нибудь на нашу сторону перейти? Было вообще классно, я не против, ты, блин, закорешиться с тобой. Ты очень ценный союзник, но зачем тебе этот азиатский синдикат? Ну, где твоя Азия-то, а? Вот что здесь азиатского в тебе, скажи, может, ну... Ну, прикид такой более-менее интересненький такой, отдает чем-то восточным, но все равно вот эти вот, особенно, шея вот эта вот, похоже, такой на бирманские такие вот колечки, ну, не колечки, ну, просто, ну, вы поняли. Но, мужик, это не делает тебя азиатом вообще, поэтому, если можно как-то его вытащить от этого альянса, это было вообще прекрасно. Ну, ладно. Авиация, наземная поддержка есть, а мы сейчас ее перекинем вот сюда вот, во, и тут будет жестко все. Высадку, кстати, уже можем делать, поэтому поехали. Сразу десятку запускаем. Финляндия, тоже нападаем, автоплан пошел. Так,
вступаешь в тройственный союз. Сюда наш флот я Балтийский подвел. Его, конечно, здесь долго держать вообще не хочется, на самом деле. А доминировать, ну, 37, что-то 40, наверное, растет нормально. Но этого хватило нам, чтобы сделать выставку. Здесь у противников флота не так уж и много расположено. А тут уже много. Хотя вдруг это, правда, мало. Можно, конечно, попробовать сюда поставить корабли, проверить. Может быть, нам удалось бы накопить превосходство, чтобы сделать высадку, что, конечно, очень маловероятно. Ну и такое бывает, это хуйка. И шанс есть то, что мы можем просочиться сквозь этот флот британский. Вот, смотри, сколько тут. И тут, ё-моё. Просочиться. Можно. И такое бывало у меня. Но шанс очень маленький, и терять войска я не хочу. Но если что, можем попробовать как-нибудь. Тоже как вариант есть. Чё, мы атакуем? Медленно, конечно, что-то. А, потому что мы понаистощались. Потому что понаистощались. Ну тогда подожди, у меня разве не агрессивный? Агрессивный пошел. И здесь агрессивный. Давай, погнал. Так, штурмиков теперь хватает? Хватает. Я бы сюда бы еще подвел бы авиации. Ну ладно. Нам нужно здесь атаковать. Пошел. А, проблемос. Точно, проблемосик. А мы не можем с территории Уни атаковать. Она ведь не воюет с Югославией. А вот отсюда я бы ушел бы нафиг. Потому что, а чё? Твои земли, ты их обороняй. А нам желательно как-то Венгрию не отдать. Потому что здесь наши самолеты находятся. Давайте так, осторожно. Значит, здесь флот, ну потихонечку тоже почему будем, давайте. Быстро подбегаем, наши союзники тоже заняли позицию. Немножко, конечно, территории отдали, но это понятно. Потому что слишком резко мы напали. Это было неожиданно ни для кого. Получается здесь, ну, тяжело в Финляндии воевать, понятное дело. Фронт огромный, и территории такие себе, ну что поделать. Сюда выставку сделали, о, кстати, мы сюда можем пробиться. Давай. Стоило, конечно, отреагировать пораньше. Я поздно вспомнил про эту выставку. Британцы сюда могут свои войска послать, и это будет большая проблема, потому что застрянем. Но пока их нет, нужно укрепиться здесь. Так, давай-ка сюда вот, пробиваемся. Сюда вот иди. Есть. И сюда сразу потопал. Потихонечку проходим вот так сюда. Получается двигаться? Давай, есть. Еще вот этого генерала как раз прокачиваем эксперта по пехоте. Еще больше бонусов будет. Хотя мы сражаемся конницей, и есть отдельный бонус на конницу. Но он и так уже эксперт по кавалерии. А конница это же пехотная дивизия. Но вроде это так не работает. Но в любом случае, пускай бонус этот будет. Так, здесь желательно пробиться. Получится у нас? Давай, получится, есть. Хорошо, получилось. Так, потихоньку здесь двигаемся. Хельсинки, кстати, уже под нами. У них столица в Васе находится. Потопали, давайте к нему сразу. Швецию, наверное, трогать не будем. Да, нам хватит. Вероятно, просто Норвегии. Ну, конечно, Швеция будет неприятно здесь находиться. Ну, что поделать. Так, Финляндия все, уже отыгралась. Готово. Здесь мы сейчас их давайте добиваем. И сюда. Это котлы, кстати. Морской базы здесь у них нету. И эта пятерочка здесь тоже зажата. Кубинские дивизии, ё-моё. А дивизий у тебя там сколько, скажи? Мало. Ну, еще минус 5, наверное. Пробьемся здесь. Ну давай, ну конечно через пролив, но блин, они истощаются там стоят, у них дебафы. Ладно, сейчас этих закрываем, здесь потихонечку двигаемся, никого чуть не осталось. Была одна дивизия, пропала теперь. Двигаемся быстрее на юг, делаем это агрессивно. Здесь автопланим, погнали. Получается? Ну да. Зеленых колбочек у нас здесь много. Хорошо, двигаем по авиации, доминируем. 2000 штурмовиков, конечно. Ого, урона хорошо вылетает. Конечно, по всем показателям почему-то у нас небо хуже, и оборона, и маневренность, что самое важное, и скорость, все меньше, чем противника в небе. Но мы тащим, потому что числом давим. И за это время качается у нас авиация, поэтому будем давить скоро мы не только числом. Эффективность истребителей. Есть. Прекрасно. Так, давайте добиваем скорее. Здесь, сюда, я так понимаю, нужно будет послать помощь. Что-то пятерочку. Или подождать, пока она истощится, ей там недолго осталось. Вопрос времени. А вот мы, кстати, уперлись сюда вот. Что у нас тут? Норвегия, дивизия у тебя там меньше, чем было. А откуда у тебя такая толпень здесь образовалась? Она, скорее всего, вернула их. Откуда-то привела. Ну, что, наверное, вот эту армию я размещу здесь. И давай она будет давить. Я бы сюда бы как-то авиацию влепил. Но мы тут, конечно же, не достанем никоим образом. Ну, кроме как, вот так. Так вот достанем, но это прикол будет. А, и то сюда-то не достаем, а север нам не нужен. Там и так все хорошо. Выбивают нас, кстати, отсюда нафиг. Что это? А, Югославия, с ней-то мы закончили. Слушай, ну мне не нравится вот эта вот вся раздробленность. Это, ну, как бы такое себе. Я бы нашей Венгрии, она очень хорошо нам помогает, отдал бы северной бы территории. Так, ну у меня вклад что-то такое себе, у Японии вклад большой. Венгрия. Слушай, ну Венгрия наша не наша марионетка. Давайте лучше сконцентрируемся на том, чтобы забрать пока что что-то себе в лапы, а потом уже Венгрии отдавать. Например, замаринить эти Сербии. Давайте вот так вот хобана. И этой Сербии я буду отдавать уже другие регионы. Во. А Венгрия так сама заберет то, что хочет. Я уже по инерции начинаю делить территории, хотя мы бы профита никого не поимели. Субмаринетка, то ладно. Косово? Обязательно. Македония. Македония дорогущая, 1100, не трогаем. Да, давайте сделаем единую Сербию. Думаю, никто не будет против. Так, дорогие регионы, Хорватию дорого уже стоит. А вот Боснию можно впихнуть. Оп,
добиваем здесь остатки вот эти вот. Что у нас в итоге здесь получилось? Эту Хорватию отдал я Сербии, а Македония, она ушла под Венгрию. Да, хватило не очков, в общем, Македонию отжать. Словения на Шумаре нет, хотя можно было, наверное, тоже Венгрию отдать. Но не хотелось прям так много ей всего отдавать. А вначале-то я как говорила, вот давайте это ей отдадим. А вон она что, с нами делиться не хотела. Ну, пускай Словения будет. Флангийская 2 на 2 пойдет. Потом, если что, поделим границу, все нормально все будет. Главное, что у нас Сербия единая, наша есть. А это, кстати, Черногория, она, кстати, так в войну и не вступала против нас. Она альянс этот сохранила и возглавляет его. Вот так вот. И сохранили себе жизнь. А теперь очень важно выкурить отсюда, так сказать, союзников. Это тройственный союз. Все равно союзники. Потому что они могут здесь укрепиться. И у меня вот такие флешбеки. У нас столько компаний было, когда нас мучили просто здесь, на Балканах. Союзники. Что, добиваем? Тут уже почти все уже. Не можем пробить юмы. Ладно. А здесь? Ну, толпой что-то да получается. Котелок у нас тут есть, его осталось так вот закрыть. Все-таки эту одну армию вот синеньких я отвел, потому что сильно большое истощение. Пускай так. Ну, конечно, все равно большое, ну, вроде лучше стало проходить. Скоро мы уже эту энергию бахнем. Конечно, наверное, проще было еще и Швецию захватить, чтобы фронт был широкий, не париться. На дивизии у нее тут тридцатник. Не, на самом деле, все ладно, нафиг это Швеция нам нужна. Мог, конечно, и призакрыть нашу торговую политику, поставить ограниченный экспорт, но у нас, да, минус 150, но при этом все равно хватает у нас всего. Истребители 3,5 там у нас, штурмовиков тоже дофигища, морские бомберы уже 1000, мы еще не построили авиабазы здесь, оно уже, поэтому хватает у нас с запасом всего. Челлендж у нас такой, что мы танки не делаем, поэтому, а сейчас, блин, сколько мы бы танковых дивизий сделали. Ну нет, давайте все-таки напрямся мы сейчас еще на Швецию, потому что это беспредел какой-то, там дальше все сложнее и сложнее. Смотрите, Бельгия, США танки сюда послала, я уже пробить в горах танки не могу, их оттуда выкурить сложно. 35 дней, поехали Швецию захватим. Так, синенькие, давайте сюда. Но здесь желательно две армии поставить, чтобы ее точно хорошенько захватить. И вот эти вот вы. Потопали не туда, пока идут претензии готовиться. Ставим, ну, вот сюда вот. Получается у нас. Да, нашу авиацию. Так, претензии на Лапландию у нас готовы, поэтому давайте уже, поехали. Нападаем. Есть. И автоплан пошел. Пробиваемся? Да, конечно. С головой. По авиации у них, конечно, 400 есть, но все равно мы доминируем. Я бы даже прошелся бы как-то вот так вот. Так, подожди, вы стоите на месте. А вот вы топайте сюда. Ну, закроем их здесь, чтобы там на юге они не мешались нам особо. В Тройственный союз он, конечно же, вступил, поэтому отсюда сейчас, возможно, войска немножко растянутся по Швеции. Или нет. Или вроде растягиваются. Нет, что-то походу растягиваются чуть-чуть. Так, сюда. И давай все. Закрываем тебя здесь. Я бы, например, вот этого исключил бы отсюда пока что, из портфеля маршала. И поставил бы здесь единый фронт. Да, давайте так вот сделаем. Так будет попроще. И вот сюда. Сразу обе захватим. Здесь, может, тоже авиабазу построю. Ладно, морские бомберы поставил, достают сюда и сюда. Поэтому. И сюда тоже, кстати, придется. Поэтому нормально. Швеция нам тоже нужна, потому что регионов мало. Мало авиабаз будет. А самолетов у нас много, и всех нужно разместить. Поэтому давайте быстрее сейчас все дело захватываем. Ух ты, нифига, нас не хватает авиации. А давайте здесь я улучшу тогда авиабазы. А, вот здесь вот, кстати, можем же отсюда взять их. Перекинуть сюда вот. Не достаем, да? И отсюда не достаем. Игоненько. Да. Да, давайте здесь вот построим. Хотя бы частично туда сразу переведу и авиацию. У нас по строительству, ну, все очень быстро идет. Из-за торговли 100 фабрик мы получаем, кстати. У нас их там, блин, реально много. Так, тут войска не успевают подходить. Настолько тяжело. Ну, истощение здесь, да, оно такое капитальное, на самом деле. Ну, тем более толпу послали, поэтому. Это нормально, ничего страшного. Так, вот здесь уже что-то построилось. А, вот 600 здесь, ё-моё. Все, давай-ка работаем здесь. То, что 600, тут я это улучшу сразу. Вот здесь мы, кстати, хорошо разогнались. Никого здесь нету. А вот, это что тут у нас? Колумбия пришла уже. Ига. А сюда что-то вы как-то особо не пришли. Это что, Ирландия? Ну да, все подряд. Столица у тебя сейчас в Мальме, поэтому погнали мы на нее и на Осло. Еще производство в воздухе, а также маневренность штурмовикам 20%. Это офигенно. Маневренность самый важный показатель. Ну, для истребителей тем более, а у нас штурмовики, ну ничего, тоже хорошо. Урона у них хватает, а вот маневренность желательно, конечно, приподнять тоже. Так, все, эту столицу мы взяли, теперь давайте Гетеборг. Берем и тоже направляем войска наши сюда вот. Тут они прямо сконцентрированы знатно так. Все, Швеция минус. Ого, у тебя винтовок, гаси. Поэтому сейчас разбираемся до конца уже с Норвегией. А здесь уже авиабазы я начну строить. Норвегия, все. Сейчас мы здесь котлы вот эти вот закрываем. Прекраснейшие. Американцев, вот этих вот давайте. Скорее. И здесь тоже строю я авиабазы. Тут тоже частично, кстати, хорошие такие есть. Размещу сюда морские бомберы.
истребители и направлено в воду. Будем здесь вот цеплять британские корабли. А по поводу Африки, Турция сейчас, кстати, уже неплохо так атакует, но не в одиночку, тут союзники ей, конечно же, помогают. Поэтому у них здесь руки освободились, они могут спокойно заниматься уже и вот этим вот фронтом. Тройственный союз, кстати, здесь есть, но пройти по горам не получается, и не очень-то и хочется. А сюда, кстати, переехала максималистская Португалия, и вот здесь британцы захватили, ну, оккупировали, там не полный захват. И она теперь тут вон, столица в Ханое. Интересно приспособилась, конечно. А, ну и тут вон позиции тоже имеются. У Голландии отжала. Итак, разместил сейчас сюда вот я по 1000 морских бомберов и по 1000 истребителей. Вот этот регион, этот, вот этот и вот этот мы сейчас покрываем. До Ла-Манша, к сожалению, не достаем, ну хотя бы так. И немецкие там корабли минус уже, еще немецкие. Ух ты, мы флагман сбили британский. Хорошо так. Я только паузу снял, а мы уже вон что понаделали. Они наш флот, кстати, уничтожили. Не сильно, конечно, но потрепали так, что можно сказать, что уничтожили. Ничего здесь крупного такого не осталось. 3 легких крейсера, все. Поэтому они здесь коцаны, походу, плавают. И там никто не чинил. Иначе другого объяснения найти не могу, они очень быстро склеились. Серьезно. Паузу я отпускаю, и вот еще результаты идут, смотрите. А опыта, сколько мы тут получаем авиации. Растет он здесь? Как-то не очень там, походу, битв не происходит особо. Да. Ну ладно. Минус еще датские корабли. Тоже как бы хорошо. 14 вон, эсминцев. А мне бы желательно, конечно, британских потрепать. Ну ладно, запоминаем это число. Они еще сделали их. Ё-моё. Но мне вообще нужно прокачать морские бомберы в дальность. Но я все наши очки трачу на доктрину. Да. А здесь как раз, кстати, наземная поддержка происходства в воздухе. А вот и эффективность морской авиации. Но мне нужно и дальность прокачать нашим. В чем прикол. А, давай-ка сюда вот разместим тоже авиацию нашу. И, кстати, можно сюда поставить. Тут точно может кто-то плавать. О, ловим их, смотрите. И морские базы бомбим. Тяжелый крейсер, только что сняли, там коцанный стоял. Этот. Все, давайте сейчас тоже тут пускай работают. Фигню не страдают. Что-то должно получиться. А что, он поломанный, что ли? Или не достроилось? А, пока строится. У нас некоторые авиабазы не до конца достроены, поэтому не в полной эффективности они работают. Сейчас дождемся, пока они достроятся. И что-то должно получиться. Ну, здесь в основном немецкие, я смотрю. Да. О, тут еще более-менее крупные. Еще эсминцы. Опа, шведские корабли. 4 штуки сняли, тяжелых, и один из них был флагманом флота. Хорошо так. Здесь мы, конечно, стоим и истощаемся. Это нехорошо. Можно, конечно, улучшить железные дороги, но это придется делать прямо уж отсюда. Ну, давайте вот. Еще, смотрите, есть корабли шведские. А здесь что-то как-то, смотрите, мы не трепаем корабли британские. А здесь, конечно, у них много истребителей. А ну, может быть, я вот так вот влеплю сюда вот. Дальность, конечно, такая себе, ну что поделать. И покрываем плохо мы, но, возможно, мы уже можем пускать наши войска. Флот, я британские счеты не особо чувствую. Блин, а если реально? Попробую сделать высадку, рискнуть. А то сидеть ждать, пока мы его уничтожим, вот с такими темпами это долго. Это нужно в Ла-Манш посылать нашу авиацию, чтобы что-то там достичь. И то еще в больших количествах. Но раз мы здесь его не чувствуем, может быть, мы все же что-то сможем провернуть. Опа, еще флагман, но ты их назначаешь, мы их уничтожаем. Супер. У нас вот здесь вот корабли стоят. Можно их и правда влепить. Да, поехали. Размещаем сюда, сюда, сюда тебя. Хватит, вопрос. Добивай проценты. Добивай давай. Черт, не хватает, да? Не хватает, 28. В Северном море нехватка идет. Это здесь. Да, тут у нас доминирование сомнительное. И уже нас тут коцают. Все, отбой тогда. Итак, сейчас я здесь поулучшал наши морские бомберы. Вот эти вот. Причем очень часто я эти самые улучшения проводил. Пятерка дальность, надежность, а то там фигонько было атаку. Но что-то как-то особо нас-то не спасло. Здесь начали такие проблемки возникать, сбивают эти бомберы только так. Британские корабли в очень минимальных количествах мы сбиваем, но все равно хотя бы хоть что-то есть, но они производят их быстрее, чем мы их сбиваем, поэтому фигня такая вот. Но я произвел уже здесь очень много подводных лодок, и они продолжают производиться. 114 тут у нас кораблей имеются, и я что думаю сделать? При поддержке авиации мы можем корабли эти все уже распаковать, у нас просто авиация уже жесткая. Я там еще, кстати, начал реактивный производить, он 200 уже готов, пока их еще не ставил там. Скорее всего, в Америке распакуем, здесь и таких хватит. Их еще нужно прокачать и в дальность, потому что 1200 это как-то маловато. А вот, поэтому сейчас вот эти вот наши корабли я размещаю сюда вот. Оп. И теперь надеемся, что хватит нам превосходства на море, а также мы сможем то, что пробраться через вот эту толпень. Но опять же, здесь я особо корабли противника не чувствую. То есть тут их точно нет. Даже можем так смотреть, что вот подчеркивается.
Здесь они есть, но, опять же, их очень мало. И, скорее всего, они нас просто пропустят. Но пропустят ли они реально нас, или это просто мои такие влажные фантазии, мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке, нашу группу ВКонтакте, пишите там вопросы на стене, или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео, оформляйте смотр, чтобы получить классные бонусы, а также играйте в мультиплеерные партии, или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.